После премьерного показа программы «Приморье вперед» прошло 2 дня, но приморцы продолжают присылать свои вопросы и оставлять предложения. Большинство касаются проблем, связанных со сферой жилищно-коммунального хозяйства. Как показал онлайн-опрос во время прямого эфира, именно с модернизацией ЖКХ население связывает развитие Приморья. Так считают 67% приморцев. На втором месте стоят проблема плохих дорог и на третьем – энергетика. Кстати, именно про дороги, ЖКХ и энергетику представители власти, эксперты и журналисты говорили в первом выпуске программы. Жители приморской столицы поинтересовались, в частности, закроют или нет мусоросжигательный завод во Владивостоке. Вице-губернатор Гагик Захарян отметил, что предприятие представляет собой экологическую угрозу жителям близлежащих микрорайонов. Завод планируют закрыть. В ближайшее время все необходимые расчеты по этому поводу члены рабочей группы, которая была создана в феврале по поручению главы региона, представят Андрею Тарасенко. Отмечу, что свои вопросы и предложения вы можете оставлять в соцсетях ОТВ «Прим». Ни одно не останется без внимания. В следующую среду, 15 августа, состоится очередной выпуск социально-политического проекта «Приморье вперед». Общение это помогает нам работать. Обратная связь нам очень нужна, потому что все, что мы делаем, это для наших жителей, для наших городов и районов. Это надо продолжать. Формат очень правильный.